В секторе Газа скоро может начаться волна детской смертности от голода, предупреждает ЮНИСЕФ. В отчете, опубликованном Глобальным центром питания, говорится, что резкий рост недоедания среди детей, беременных и кормящих женщин создает серьезную угрозу их здоровью. Домохозяйства имеют доступ менее чем к 1 литру безопасной воды на человека в день. Все больше жителей Газы заболевают от голода, жажды и слабости. В Рафахе 5% детей в возрасте до 2 лет остро недоедает. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР поделилось кадрами, на которых видны школы в Газе, пострадавшие в результате израильских бомбардировок. На севере сектора они практически превращены в руины. С начала войны были атакованы 153 объекта. По меньшей мере 396 укрывавшихся в приютах внутренне перемещенных лиц убиты. Около 1400 ранены.